сейчас бежим на каток. Должны быть португалки, три девочки с Португалии. Потом и должна быть Клаудия с Венесуэлы. Да, они никогда в жизни не катались на коньках. Я пару раз катался, Катя вроде как умеет. А Стас вообще профессионал. Вот, поэтому мы, наверное, сегодня насмеемся. В общем, мы приехали на каток, а он закрыт. Я не понимаю, почему. Где же есть лед? Почему они не почистили снег? Обидно, блин. Мы расстроились. В общем, мы позвонили потом в другой каток. Он работает только вот сейчас сессия открывается, она будет действовать только час. Вот. И позвонили еще в другой, он находится в 9 километрах от того места, где мы сейчас. Мы сейчас не дома, мы сейчас за городом, потому что мы поехали на этот каток. Вот. И он работает, у них еще две сессии еще осталось, с 17.45 до 18.45. Вот это нам подходит как раз. Вот. И мы сейчас туда едем. Хотя португалки тогда приехали, и они сюда добирались маршруткой, и нам стало их жалко, потому что на улице еще и холодно, поэтому мы сейчас поедем туда втроем, я, Катя и Клаудия, ну, естественно, Стас. Вот. И потом Стас еще вернется назад за португалками. Да, вот такие планы. А потом вечером мы встречаемся у Назара, у индуса. Он опять нам будет готовить еду. Я не думал, что здесь будет такая проблема с катками в Риге, потому что здесь такой климат холодный. Я думал, что здесь будет очень много катков, и не все будут открыты. Мы прочитали в интернете, что вот этот, мы были в Лидо каток, и он как бы вроде как самый популярный. Нам местные говорили, мы в интернете прочитали. И мы туда пришли, и вы сами видели, что там было вместо катка. How Ukrainian is going? It's so easy. Yeah. I feel Ukrainian already, and it's like it's flowing. It's like just read it, baby. Claudia, it's English. In case it's not actually Ukrainian. Yeah. I can do it. Let's read together. Okay. Мене є те, що не зовсім потрібно. Потрібно. Тобі. Тобі. Baby. А что это за песня? Это Boombox Nezdara. Да. Nezdara? Да. Это про нашу ученицу. It's the name of the song. Nezdara. 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 So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat, ignores. Мы приехали. А он Клаудио, смотрите, носки не одела, потому что у меня нет высоких носков. И жалуется, что холодно. Мы приехали на каток, и мое вчерашнее желание сбылось. Здесь хоккей. Или хоккейный матч, это как ужасно. Тебе впечатление? Это ужасно, они такие жестокие. Они просто нереально жестокие. Они даже пару раз дрались, я просто не заметил. Ну, я просто не успел камеру достать. Клаудия, да. What do you think about hockey? Да. Okay. I heard a confession about why guys touch their butts during sport games. And what was the answer? That's just to check if everything is okay after the clashes. Everything is okay. Yeah. Okay. Now you know. I'm learning so much. We'll be right back.
Смотрите, это я и моя команда. В общем, мы в больнице. У нас такое случилось. Она повредила себе руку. Мы надеемся, что это ушиб, но ей сказали, что, возможно, это и даже перелом. Вот, она просто упала как-то неудачно, притом на ровном месте. И, в общем, мы ждем, пока ей помогут. Los seguros son lo peor que puede existir. Nunca están a tiempo. Gracias. Да. Все, мы уехали с больницы. Оказалось, к сожалению, это перелом. И поэтому у Анны сейчас гипс. Вот доктор Клаудия, да, со снимком. Да. Там no, перелом. Это рука. А вон Анна. Анна, say hello. Hi. Доктор Клаудия Гомес. Is she gonna be alive? She will live. Definitely will live. And it will be really painful for us. Not for her. Are you family of... Yes, we are. Are you the family of the patient? Yeah. I'm really sorry to Ukrainian, tell you. Ukrainian family. You are Ukrainka. Yes. Yeah. You're Ukrainkos. They are so sweet. Yeah, everything... Ah, fuck. Again, we did everything we could. Everything. But she's still crazy. We tried to fix it. Look. We tried to fix it here and here, but she's crazy. А этот индус просто волшебник. Она такая мягенькая, ребята. Она просто, вот смотрите. Вот так. Оп, и она разваливается. Очень-очень вкусно. Мы приехали домой только что от Назара. Вот, ребят, вот представляете, в общем, ровно в 12 часов ночи приехала полиция. Вот они позвонили в дверь и говорят, что вы шумите, на вас жалуются соседи. Кстати, это уже третий раз, когда приезжает полиция. Солиция. Вот, и ребята начали говорить, мы вообще не шумели. Ну, мы и правда, мы не очень шумели, мы просто разговаривали. И там немного на фоне играла музыка, но она играла даже тихо. То есть было намного громче в прошлые разы даже. Вот, и... В общем, они сказали, вы шумите, соседи мешаете. Они говорят, давайте зайдите сюда, посмотрите, мы просто ужинаем. Вот, и все. В общем, полиция, как бы они тоже понимали, что они тоже немного не правы. Вот, что у нас действительно не очень громко. То есть это нормально было. Ну, в общем, и нас заставили вести себя потише. В общем, мы выключили музыку и продолжили делать то, что мы и делали. Отлично посидели, поговорили, поиграли в Mortal Kombat опять. Вот, мальчики поиграли в футбол. Правда, нам не удалось поиграть в Just Dance, потому что не подключалась музыка к приставке. Для тех, кто не знает, Just Dance — такая игра. Там, в общем, на экране показывается танец под музыку, и там может быть от 1 до 6 игроков. И просто каждый игрок повторяет свои движения, которые ему задает экран. А могут быть и для всех одинаковые движения. Вот. И вот так вот все танцуют, и потом компьютер определяет победителя. Вот. И обязательно, когда люди танцуют, участники, то у них у всех есть контроллер. Ну, он же телефон мобильный, куда скачивается приложение, и вот и так можно танцевать. И, в общем, мы станцевали 3 танца, и потом приехала полиция. Такие дела. Хотя мы даже не прыгали, блин, ну, реально не прыгали мы. Вот, ну ничего, мы в следующий раз поиграем в эту игру до 12 часов. А сейчас мы будем ложиться спатки. Да, Тимка? Но перед этим мы хотели бы сказать спасибо большое Лидии, мы так понимаем, что она местная, вот, она нам объяснила, что все-таки хоккей таки действительно является национальным спортом Латвии,
И нам, к счастью, к огромному счастью, сегодня удалось посмотреть маленький кусочек игры, очень такой жестокой, да, Катя? Особенно для тебя игры. Хоккей, честно, мне очень не понравился хоккей. По-моему, это очень жестоко. Ребята там и бились, и ругались, и толкались. Но я не знаю, я не понимаю. Это такой настоящий, не фальшивый, а настоящий мужской спорт. Хотя там ребята играли лет 16, и они очень клёво играли. Вот. Да. Мне не понравилось. Вот. В общем, мы будем ложиться спать. Спасибо большое, что вы нас посмотрели. Нам очень приятно. И пока. Всем пока.